Бокс – это страсть, это скорость, ловкость, самоотверженность. Но еще это много денег и секс, куча красивых девушек и огромная известность. Но самоотверженность там тоже очень важна. Меня зовут Пабло, Хуан Карлос, Алехандро, Гонсалес, Мария, Лусия, Мендоса, Макарена, Чипотле, Тампантио, Кокеса, Гуакамоле, Фарера, Сантьяго, Родригес. Но все зовут меня Бобби. Я родился, чтобы быть боксером. Я всю жизнь дрался с людьми. Я когда был маленьким, я просто подходил к людям и бил их по роже. Я стараюсь драться все время. Я даже причин не ищу. Че сидишь? Вставай давай! Давай-давай, вставай! Вставай! Ну давай! Это у меня в крови, понимаете? Потому что я лучший, я чемпион. Я превосходный боксер. Большинство спортсменов предпочитают заниматься в спортзале. Но не я. Я люблю, когда интересно. Я люблю заниматься в случайных местах на улице, на дороге, в Starbucks. Когда машина едет, люди думают, что я какой-то богатый мудила, который ходит вокруг и делает какие-то глупости, дорого одетый. И вот ведь они же правы. Я женат, у меня жена есть, к сожалению. Я неплохой муж, я просто знаю, что не всегда нужно говорить правду. И она в моей комнате, бро! Моя жена, как тренировали? Давайте, ребят. Привет, малыш. Ты чем занят? Я спать лег. Я в гостинице. О, хорошо. Давай, люблю тебя. Тоже тебя люблю. Пока. Все, отлично. Не, конечно, что ты там сказал? Чё? Что ты сказал? Ничего. Что ты сказал? Ничего. Ладно, прости меня. Нет, прости. Тебе не жаль. Прости. Тебе не жаль. Прости. Нет. Прости. У меня хорошая жизнь, я не жалуюсь. Но есть только одна вещь, которая не выходит у меня из головы даже ночью. Это пятикратный мировой чемпион Тонио Мартинес. И я дерусь с ним сегодня вечером. И вы знаете, я надеру ему зад. У меня отличный тренер. Мы дружим много лет, его зовут Майкл. И мне кажется, он немного понимает в боксе. Да бей ты ёбаную грушу! Бью! Ты не бьёшь за крысу, да ёбаный рот! Ты чё не так-то? Бей ёбаную грушу! Бля, ты стоишь, ты болтаешь, тренер. Да почему? Давай ты бей почему её! Ты кричишь бей на меня? Бей ёбаную грушу, чё ты стоишь-то? Он по привычке всегда находится в гневе. Всегда кричит. Еще 35! Верхний, блядь, зубы тоже чи сильнее! Ссы! После таких тренировок я вообще не парюсь. Я убью его. Я убью этого Тонио. Он труп. А ты, блядь, порвешь этого парня. Все, бля, он не жилец. А, ты правда так думаешь? Он, бля, мертвец. Честно? Он труп. Ты мне сейчас правду говоришь? Нет, он убьет тебя. Чё? Ты труп. Ты же говорил, я его, бля, порву. Да, но потом сказал говорить правду, я говорю, он тебя убьет, бля. Какого я не понимаю, ты, блядь, мертвец. Вот какого хуя. А тренировались мы тогда зачем? А, черт, ни хрена. Пошел нахуй! Так, время идти. Скоро начнется бой, и я надеру этому парню его зад. Так что не пропустите, 8 вечера на... Малыш, на каком канале бой? Я не знаю. В общем, загуглите. И мне насрать. Пошел нахуй, я тебя выебу! Давай, малыш, ты со мной хотел подраться? Ты со мной хотел подраться? Ну, короче, оказалось, что я не так уж и хорош в боксе. Ставь лайк, если тоже не очень хорош в боксе. А перевел и озвучил виски? Ага.